Здравствуйте, дорогие друзья, меня зовут Андреа Бруно. Мы сейчас находимся в Куала-Лумпур. Я хотел вам показать немножко города. И с самого начала, я уже знаю много, меня уже спросили через интернет, какое здесь самое знаменитое, какое здесь национальное блюдо. Я сейчас вам буду показать. Сейчас пойдем дальше. Вот. Мы сейчас находимся около Petronas Tower. Здесь это самое центральное место. И здесь я вам покажу сейчас, что здесь люди кушают, какая здесь национальное блюдо. Вот здесь это похоже, как в России национальное блюдо, это как Россия на Черном море, это горячая кукуруза.